Этническое и культурное многообразие Дагестана имеет многовековую историю, познание которой проходит через родную речь. В филиале Дагестанского государственного университета прошел творческий вечер, посвященный минувшему дню родных языков. Повышение престижа родных языков – основная цель проведения мероприятия. Участие в литературном празднестве приняли не только студенты, но и преподаватели. Творческая программа включала в себя прочтение стихов дагестанских писателей и поэтов, а также игра на национальных музыкальных инструментах. Как отмечают сами студенты, приняв участие в такого рода мероприятии, молодежь познает родную культуру и быт. Подводя итоги мероприятия, заместитель директора по учебной и социальной работе Мирза Мусаева обозначил, что проведение литературных вечеров помогает для развития у молодежи духовно-нравственных и патриотических качеств, что играет ключевую роль в становлении личности. Вика Сулейманова, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».